Yemeğimiz, kornemiz, kulağımız. Hepsi yaşıyor. Приехали с Крыма, чтобы поддержать крымских мусульман в Ростов в поддержку выдуманным обвинениям мусульман, которые не совершали такие деяния, как они обвиняют. Мы проделали долгую дорогу, такой холодный период, поддержали. И хотелось бы, чтобы в такие поддержки приезжало больше людей. Поддержку огульно осужденных, которых обвиняют якобы в каком-то терроризме. Но тем не менее, несмотря на все невзгоды, несмотря на все непогода, холод, мы все равно приехали, потому что это наши братья, это не террористы. Мы их прекрасно знаем, мы их поддерживаем. И знаем, что и они знают, что мы сюда приезжаем, что мы их поддерживаем и не оставим никогда в беде. Сегодня мы приехали сюда, в Ростов, на судебное заседание наших родных, близких. Судебное заседание началось, конечно, с опозданием. Должно было начаться в 2 часа, но на полтора часа позже началось. В целом, хотелось бы сказать, что судья, как всегда, выступает предвзято, можно так сказать, что где-то перебивал, где-то останавливал ребят. Ребята выглядят хорошо, всем передавали слова благодарности, слова приветствия. Сегодня, приехав в Ростов, нас застала такая снежная погода, особенно в дороге. Дорога была очень сложная. Намучились, пока приехали, потому что была довольно-таки заснеженная погода. Но, несмотря на это, сегодня было приятно видеть Джимат. На вчерашнем судебном заседании у нас, на предыдущих судебных процессах, было закончено допросы остальных ребят, которые, так же, как и наши ребята, обвиняются в совершении вот этих вот преступлений. Вчера судом было предложено перейти к дальнейшему исследованию доказательств, однако сторона защиты настояла на том, чтобы в указанном судебном процессе наши подзащитные высказали все возражения относительно действий председательствующего на предыдущих судебных процессах, все свои письменные пояснения относительно исследованных доказательств, заявили те ходатайства, которые они хотели заявить ранее, но судом было отказано в их заявлении, поскольку как на тот период времени суд сослался на то, что якобы может тяжело доставить сюда остальных обвиняемых, поэтому вот эти все письменные пояснения, письменные возражения будут исследованы в последующих судебных процессах. Вот ребята передают огромное всем селян за вашу поддержку и за вашу помощь, выражают огромную благодарность, ну еще раз говорю, настроены на победу.